Привет, друзья! Вы на канале GameZone. Всем привет! И мы продолжаем играть в нашу игру. Это изи математика. Будем считать, будем учиться считать. Ты умеешь считать? Лиза умеет считать, она будет нам помогать считать. Ты научишь нас считать? Вы супер, мы вас любим. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите остальные видео, ставьте лайки. Спасибо вам за ваши комментарии. Вы супер. Давай начнем играть. Оставим песенку. Да, у нас тут какая-то песенка играет вместе с Изи. Так, и у нас мама попрощалась с нашей Изи. Да. Вот наша мама попрощалась с нашей Изи. Пока-пока, мама. Теперь мы хозяева в доме. Мы делали торт. Мы будем сейчас делать, я не знаю... Игрушки собирать. Игрушки стирать. Мы будем наряжаться. Да? Ты будешь помогать мне играть с твоей новой мышкой? Красивой. Вау. Вот. Вот. Хочешь мышку смотрите. Показать? Вот такая у нас красивая мышка. Так. Так. Вот мы делали. Ты хочешь паровоз? Давай паровоз давай посмотрим, что это за паровоз. Угу. Так, собака у нас прибежала. Привет, Изи шапка. Изи шапка. Изи математика шапка. Шапка Изи. Это же игрушки, собака. Зачем ты наши игрушки раскидала? Что это? Порядок элемента. 1, 2, 3, 4. Запомнила? Нам нужно расставить все по порядку. Как считают дети? Ну-ка, ты умеешь считать до 12? Да. Так, у нас есть 1. Так, нам нужно 2 сюда, да? 2. 3, что-то у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы справились с тобой, молодец. Ты же умеешь считать до 12, да? Смотри, что нам дальше Изи скажет делать? Мы поставили роботов на место. Ух ты, смотри, а теперь что-то... Нам нужно складывать, чтобы получить 4 батарейки, нам нужно сложить 1, 2, 3, 4 батарейки. Все логично, Лиза? Да. Так, давайте. Нам нужно 7 батареек робота. Да. Ага, нам нужно 7 батареек робота. Давай, что нам для этого нужно? Да. 7. Сколько это? 4? Да. Смотри, 4 плюс сколько? 1. Плюс 1 сколько будет? 4 плюс 1. 2. Будет уже 5. А это 7. То есть нам так не получится. Смотри, нам нужно в 4, получается, складывать, да? А это уже будет 8. У нас так не получится, Лиза. Да, с тобой? Да. Нам скажет, наверное, неправильно говорит на мысли. Нам нужно... Давай попробуем 2. Плюс 2 будет 4. Я. Молодец. Плюс 2 это 6, а плюс 1 будет 7. 7. Ура, мы справились с этим. У нас 7. Молодец, Лиза. Как ты хорошо совсем справляешься. Ва-ва-ва-ва-ва. Так, что нам? Мы с батарейками справились. А это что такое? Геометрия! Самая классная наука, это же геометрия! Я тоже хочу! Я хочу! Что нам нужно сделать? Нам нужно расставить все предметы, как они есть. Давай, бочонок сюда. Да, похож. Да, похож. Пингвиненок похож. И барабаны похожи. Это все у нас цилиндры, да? Я хочу кубики. Кубики вниз у нас идут, они же квадратной формы, да? Что еще у нас квадратное? Вот коробка это. С подарком. И что еще квадратное? Подарки. И еще у нас вот этот вот, я не знаю, подарок. Подарок. А теперь круглые давай предметы собирать. Хомяк! Хомяк, шарик, волшебный шарик. Рыба. Рыба-ежик. Рыба-ежик. Ура, нам сказала. Какие мы молодцы с тобой, мы выучили все формы. Смотри, как Изи рада. Давай дальше посмотрим.
Что нам предстоит дальше делать? Изи, рассказывай, что нам предстоит дальше делать? Собака, собака! Собака, собака! Что нам надо будет дальше делать, Лиза? Так, у нас есть виды, да? Да. Четные и нечетные. Нам нужно четную в одну, нечетную в другую. Четное это когда делится на два, да? А нечетное когда не делится на два. Так ведь? Да. Ты умеешь делить? Да. Вот здесь сколько у нас фигур? Так, здесь как-то быстро. А здесь четное 6, у нас же четное. А здесь 5, по-моему, да? А здесь опять нечетное, Лиза. Ты вперед меня все. А это у нас... Все перепутали. Нет, говорит Изи. Нужно четное вот сюда складывать, а не четное вот сюда. Да, в розовый четное. Давай, сколько у нас здесь фигурки? 5. Здесь у нас 5. То есть это нечетное. Мы не несем сюда. Здесь у нас сколько фигурки? 6. То есть это четное. Здесь сколько у нас фигурки? 7. 5. Опять нечетное. А вот здесь сколько у нас фигурки? Да, я просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. То есть это нечетное. Здесь у нас 8. Это четное или нечетное? Да. Четное. Делится на 2. Здесь у нас сколько? 4. Тоже четное, тоже делится на 2. Здесь у нас сколько? 6. Тоже четное, тоже делится на 2. Да, Лиза? Здесь сколько у нас там? 4. Правильно, Лиза. Это тоже четное, оно тоже на 2 делится. Ура! Изи довольна, что мы справились с этим. Да, с тобой? Какая веселая игра, да? Учись играть. Мы учимся и играем с тобой, да? Веселая игра. Так, а это порядок элемента. Что значит порядок элемента? Это значит разделять на Разделять? Я тоже не знаю. Что у нас? У нас есть симметричные и несимметричные объекты. Что такое симметричные? Симметричные. Это когда левая и правая половинка, они равны, да, между собой. Да, Лиза? Да. Когда левая такая же, как и правая, как в зеркале, да, так отражается. А что такое несимметричный? Это когда левая и правая не равны. То есть, например... Зеркало. Зеркало, не знаю. Зеркало симметрично будет. То есть, например... Давай, сердечко. Сердечко, смотри. Сердечко у нас... Что такое? Несимметричное, я думаю. Как ты думаешь? Я думаю, несимметричное. Нет. Нет, все правильно. Вот этот что? Это у нас осьминожка. Думаю, что... А осьминожка у нас симметричная или нет? Я тоже думаю. Цветок. Цветок. Цветок, как ты думаешь, симметричный? А я думаю, что он симметричный. Давай. Поместим цветок наверх. Вот что это такое? Слон. Слон. Несимметричный, я думаю, слон. У него две половинки не похожи. Юла. Юла, я думаю, у нас симметричная, да? Да, надо ей поехать. Бабочка, надо ей поехать. Смотри, это же матрешка, она тоже симметричная у нас, да? Бабочка, да. Давай смотри. И бабочка у нас с тобой симметричная. Да, правая, да. А это кто? Корабль. Он, по-моему, несимметричный у нас с тобой, да? А это что у нас с тобой? Звездочка. Звездочка симметричная. Видишь, левая и правая половинки равны, поэтому несимметричная. А кораблик у нас с тобой симметричный? Нет, смотри, левая и правая половинка у нас с тобой не симметричны. Давай проверим, будет ли довольна Изи. А смотри, как мы у нас все расположились. Ура! Изи говорит, что мы молодцы! Молодец, говорит Изи. Ура! Еще! Денежки! А давай переоденем сейчас Изи. Мы же сможем что-нибудь давай. Купить, Изи. Давай, подожди. У нас есть 28 монет. 28, 28. 30. 40, 30.
Так, давай выберем платье, будем брать сапожки или ожерелье. Ожерелье. Ожерелье мы брали в прошлый раз. Давай сапожки, может, возьмем. Смотри, смотри, какие я нашел классные. Собачки. Берем, нам же хватит. У нас они стоят 21, а у нас 28. Нам хватит? Да. Берем? Берем собачек. Давай, будем оплачивать. Сколько нам нужно положить монеток, чтобы вышло 21? 10? 10. Плюс сколько? 5. Плюс 5, 15. Плюс сколько? Плюс сколько, не знаю. 2. Плюс 2, 17. Плюс сколько? Плюс 1. Плюс 1, 18. Сколько еще нам нужно добавить монет? Еще. 21 минус 18, 3. Да? Да. 21 минус 18, 3. 3 это 2 и 1, 21, ура, мы купили себе новые ботинки за 21 монетку. Вот бы так у нас в магазинах продавали за 21 монетку целые ботинки, да? Так это кролики какие-то прям. Давай одеваем быстрее Изи ее красивые ботинки. Другие. И ожерелье ее красивое, да? Я хочу другие сапожки, розовые. Розовые хочешь? Давай посмотрим, какие хочешь. Вот эти. Вот эти. Все, замечательно, выбрали. И ожерелье наше. Какая Изи у нас стала красавица. Да? Да-да-да. Молодец, Изи. Молодец, Изи. Какая классная игра. В следующий раз мы обязательно поиграем в другие игры, да, вместе с Изи. Теперь всем подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео, загляните на канал вместе с Лизой. Мы вас всех любим, вы супер. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на наш канал. Подписаться вы можете здесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.